Деликатесы земли Югорской стали еще ближе. В торговом центре «Росич» в магазине «Перекресток» открылся третий фермерский островок. Эта точка больше по сравнению с предыдущими. Благодаря увеличению площади в ассортимент товаров добавили варенье, пельмени, мясные чипсы и рыбу. Вся продукция местных производителей. Для изделий из оленины сырье привозят из Ямала. Ягоды, орехи и грибы собирают в экологически чистых местах нашего региона. На полке фермерского островка они попадают после переработки и тщательной проверки качества. Мы хотим, чтобы нашим покупателям было удобно посещать наши магазины во всех концах города. То есть мы стараемся не открываться рядом, да, магазин-магазин, то есть на разных районах нашего города. Ассортимент из наших магазинов пользуется большим спросом. Наши жители нашего города заинтересованы в покупке товаров местных производителей для того, чтобы сделать подарок, привезти гостинцы из Югры. На полках фермерского островка можно найти товары 15 местных производителей. Как отмечают сотрудники торговой точки, чаще всего сургутяне покупают варенье из клюквы и брусники, не залеживается и шоколад с югорскими орехами. Эти товары чаще всего берут в подарок друзьям и близким, что живут в других регионах. Для себя в топе приобретений изделия из местной дичи. Это региональный проект, он реализован с помощью фонда развития Югры. Это уже третий островок в городе Сургуте, который находится в торговых сетях. Данный проект направлен на то, чтобы местные производители наши, сургутские, сургутского района и вообще округа, могли заходить в торговые сети и реализовывать свои товары.